пришла. Снимаются все маски и голограммы, фантом предстает перед тобой в первозданном виде, согласно своему эфирному коду ДНК. Любовь выходит из биоробота, становится рядом. А не остановка внутри какая-то, она не рядом, она в ней. Ну, внутри, хорошо. Защищаем ее физический биоробот с защитным потоком из чистых энергий, абсолютно. Берем любовь в защитный скафандр на время работы с тонкими телами. И вместе с тонкой копией любови поднимайся в комнату диагностики. 1, 2, 3, пошел прием. Ей плохо, она просит помощи. Кому она поднимается? Она уже у нас. Все сейчас будет хорошо, любовь. Мы на месте. Мы хорошо, отлично. Ты видишь эту конструкцию? У нее, знаешь, труба внутри. Но ток энергии. Я даю команду. На счет 3. Отключаю эту трубу. 1, 2, 3. Сканер помогает мне эту трубу отключить. И на счет 3. Я выдавливаю эту трубу безболезненно, эту конструкцию из ее биополя, и она зависает перед любовью в воздухе. Да, будет так, а так и есть. Она идет через все чакры, труба. Угу. Через сердечную чакру подключена к левой стороне, к руке. Ох, вот это уже кто-то сегодня отхватит конкретно. Вышла? Да. Отправляю в клетку-тюрьму. И от этой трубы выстраивается канал к ответственному. 1, 2, 3. И на счет 3 я его притягиваю в клетку-тюрьму, где бы он ни находился. 1, 2, 3. Стоит в клетке. Синий дракон. И синий дракон. Достаю печать синего дракона и включаю на полную мощность. Пошел свет. Уменьшаю дракона в 2 раза. Гневный почему такой? Удар. Печатью семи архангелов на счет 3. Пошел удар. Дай ему печати дракона хватает. Ничего. Он будет отвечать, когда я его спрашиваю, а не когда ему хочется говорить. Паразит, устанавливающий трубу на отток энергии в биополе человека, заслуживает клейма. Ты сегодня уйдешь в межгалактическую полицию. Он по всем чакрам трубу напрямую наверх забирал все энергии у нее. Ну, а ты посмотри, какая ж паразитарная сущность. Какого он цвета, Вера? Синий. Считай цифры над головой. Сделай его побольше. Цифра идет 52, может. Сколько у него там голов? Хорошо, возвращаем его первозданные его размеры. Временно. 2, 52, 1028. Еще раз. Две головы у него. 52 и 1028. Да. Хорошо, синий дракон, ты не будешь обучать свою молодую голову на человеке. Я сейчас просто закручу в узел ваши 2 головы. Не бесчинствуй. А ты что делаешь, паразит? Ты получаешь сейчас откат кармический. Я тебе сейчас всю боль верну, которую человек получил от тебя. И от этого, и от любви выстраивается канал к синему дракону. 1, 2, 3. Любовь, сконцентрируйтесь на всей своей боли, которую дал вам этот синий дракон. И на счет 3 я дам, подхожу к вам, даю энергии вам. И на счет 3 посылайте ему эту всю боль назад. 1, 2, 3. Пошел мощнейший поток. Прочувствуй, дракон. Нижняя чакра у нее стартовала. Верните ему все. Да, нижняя чакра у нее сильно страдала. Красная. Отлично, все назад. За 1 минуту. Ему боль идет, информация идет, на него надо одеть эту трубу. И одеваю на него, вытаскиваю, эта труба стоит, значит, вставляю эту трубу в него, в его же биополе. 1, 2, 3. Точно так же, как у любви стояла. 1, 2, 3. Включаю ее на полную мощность и вместе с потоком, оттоком энергии, боли от любви, все возвращается и включается. Пошел процесс. Ну, вот это не нравится ему сильно. Усиливаю все в 100 раз. Это ему плохо. Боль вернулась ему. Хорошо, от труба. Трубы ему плохо. А, отлично. И еще усилю мощность этой трубы. Не теряет. Пока не упадет. Он иначе не поймет. Но он упал, лежит. Отлично, все, выключая действие этой трубы. Хорошо, мы приветствуем любовь, интересуемся, готова ли она к диагностике, доверит ли она нам свое биополе на период сеанса. Она говорит, как круто. Доверю.
И мы вас научим этого. Вы у нас вроде учиться собрались, насколько мы в курсе. Хорошо. Я даю команду, значит, 3. Сканер сканирует пространство над головой любви, под ногами. 360 градусов вокруг нее. На всех семи тонких телах находятся любые. Чипы, датчики, импланты, конвекторы, подключки, чужеродные энергии, воздействия. Все артефакты. От этого всего выстраиваются каналы, ведущие в клетку тюрьму. И ответственность за эти каналы, подключки, энергии, воздействия притягивается в клетку тюрьму и становится ее заложником. 1, 2, 3. У нее бес с веревками на руках и ногах. Инкуб. Дракон мы знаем уже. Да. Рот в голове. Он вышел уже? Да. Спрут. Посмотри, 4 канала. Синий дракон, бес, инкуб, спрут. Да. Хорошо, какой бес? Считай цифры. 8. Бес, что ты себе позволяешь? Позволяю дергать за веревки. А почему ты дергаешь? У тебя был повод дергать за веревки? Или ты использовал ситуацию, или тебе дали повод? Или что-то ответилось на твоей чистоте? Как ты подключился? Мне было скучно. Хорошо, бес получает удар 50 тысяч герц. Еще раз ты мне такое скажешь, бес, я тебя сожгу. Че ты бушуешь? Я тебе отвечаю, что если мне будет скучно, то ты превратишься в пепел. Сам спросил, я ответил. Ты зашел в паразитарная сущность для того, чтобы что сделать? Какую энергию, какую эмоции ты вызывал у человека этими нитками, дергая за них? Негатив, грусть, раздражение. Негатив, грусть, раздражение. Когда ты зашел? Больше негатив. Все не нравилось и раздражало. Я зашел 5 месяцев назад. Инкуб, как долго ты сидел в этом биополе? 1 год и 2 месяца. Ты пришел раньше беса, да? Да. Спрут, как долго ты находился в биополе? 4 года. Кто из вас присутствует в квартире? Бес присутствует. Хорошо, я просто предупреждаю, что мы будем эту квартиру чистить. И со всеми, кого я в первый раз отпускаю, но второй раз с ним встречаюсь, у нас встреча заканчивается одним. Отправкой в галактическое ядро. Бес, тебе где-то лампочки в голове у тебя зажигаются, куда ты попал? Ну, понял я уже. Я не знаю, понял мотаю ты или... Мотаю удочки. Мотаю удочки. Так, переходим к процедуре реверса энергии. Я даю команду тонкой копии любви спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем энергии, полученной через нее. Пошел поток. Усилий все в 100 раз. До последнего патрона. Трубу из дракона вытащи. Вытаскивай трубу из дракона. Стоит рядом в клетке. Ну, к трубе тоже боль идет. Она и вот эту нижнюю чакру как натирала, что ли, давила. Отлично. От трубы выстраиваю канал к дракону и возвращаю ему эту боль реверсом назад за 1 минуту. 1, 2, 3. Пошла боль назад, доставленная трубой дракона. Но он лежит, скулит. Да мне все равно. Сегодня у него крыльев не будет по 500 килограмм на каждую лапу и отпущу его в галактику. Пусть летает там. Посмотрю, куда он прилетит. Паразит-беспредельщик. Он будет воспитывать на человеке свою голову. Хотя и сегодня одной головой меньше станет, похоже. Может, и 2. Мне приятна ситуация очень. Не ожидал он такого. Да. Это еще не конец. Времена изменились, дракон. Сделай апдейт. Он слышал твой голос раньше. Хорошо, значит, не запомнил его. Реверс закончился. У тебя была возможность раньше уйти. Все, реверс закончился. Устанавливается фильтр золотой сеточкой на все каналы. И в порядке реверса любовь забирает всю чистую и светлую божественную энергию. Обратно пошла энергия. Божественная чистая. 1, 2, 3. Все, что у нее похитили, все, что у нее взяли до последней капли, возвращает любовь себе обратно. Она хозяйка своих энергий, возвращает все свое себе обратно. 2, 3. Пошел процесс. Что идет, Вера? Там есть все, что ты перечислил. А, ну все, значит, дракон. Сколько ты сидел в этом биополе, скажи мне? 7 лет. 7 лет. Ну вот посмотрим, как через 70 лет. Сначала так не было, была просто плата. Угу. А потом он обнаглел. Он обнаглел, реально обнаглел. Он встал на уровень с ящерами и гуманоидами, самыми погаными представителями этой вселенной. Паразитарные сущности. Я встречался с многими драконами, я встречался с очень интеллигентными драконами, но с таким отморозком я встречаюсь не в первый раз, конечно, но я их всегда наказывал. Ты потерял свои границы, ты считаешь, ты выше нас,
А я тебе докажу, что ты ниже человеческого намерения. От него идет информация, что она всегда искала. И, видимо, наконец-то нашла, раз я в таком состоянии. Реверс закончился. Я не совсем понял, что ты сейчас сказала. Что искал кто? Любовь. Да. Искала. А информация развивалась. Вот. И? Видимо, нашла. Раз я в таком состоянии. Да, нашла. Действительно нашла. Может быть, уверен в этом. Хорошо. Так, мы реверсом все забрали. Так, если... Давай так, спрут, выходи. Снимай все, что я оставил, отключайся. Отсасывай жидкость. Докладывай мне о готовности к проверке. Проверка будет проходить несколькими миллионами герц. Если кто-то оставит или забудет случайно что-то, он сгорит по каналу. На голове присоски. Снимай. Каша в голове. Вот эта каша была от спрута, да. Это их фишка. Забрал все. Инкуб, выходи. Снимай все свои ленточки, ошейники, корсеты. Отключайся полностью. Возвращайся в клетку и не делай глупостей. А он спал на ней. Он на груди. Он показывает, ну, я обнимаю ногами и руками, и на боку, вот, на левом тоже. У него тяжесть должна была быть. Ему тело. Он ночью спит на груди. И это давление, конечно. Где ты зашел, инкуб? В квартире или где-то в другом месте? Во сне. В фантазии? Или кем-то предстал, призываясь? Нет, сон приснился, сладкий. Понятно, хорошо. Готов. Так, бес, выходи, снимай все свои подключки, отключайся полностью, рассказывай, что как действовало, приступай. Суккуб хочет еще рассказать. Хорошо, Суккуб говорит. Он говорит, что он красивый, посмотри на меня, какой я красивый. Сон был обо мне. Ага. Красивый мужчина. Хорошо, я тебя услышал. Смотри за бесом. Без ленты. У него руки. Угу. На руках у нее от локтя и ниже красные ленты. И по ногам также. Дергал за них. Никто тебе разрешал это, бес? Никто ему не разрешал. Он снялся. Хорошо. Так, с дракона я все вывел. И я даю команду на рассинхронизацию. У нее тонкая копия так меняется. У нее энергии много, своих собственных каких-то энергий много в ней, поэтому он такую трубу сделал. Какой-то ресурс у нее есть внутри. Эта труба ему сегодня еще вернется. Готово. Хорошо, включай внутренний белосвет любви. 1, 2, 3. На счет 3 любовь выдавливает из себя все негативные и патогенные энергии, находящиеся на частотах синего дракона, его трубы, беса, инкуба и спрута. 1, 2, 3. Все это выходит, свет пошел. Выдавливается и формируется перед ней в шар. Она выдавила шар маленький очень. Открывается портал в галактическое ядро. Шар уходит на переработку в чистую первичную энергию. Подхожу к любви, кладу руки на плечи, даю мощный удар и сжигаю все каналы к интерферентам и этой трубе синего дракона. 1, 2, 3. Удар. Отлетают каналы. Она говорит, как же мне здесь нравится. Она такая легкая стала, она как пританцовывает. Готова. Открывается портал в галактическое ядро, каналы улетают на переработку в чистую первичную энергию. Закрывай, опечатывай, растворяй. Хорошо. Спрут, ты больше в это биополе никогда не войдешь. Тебе это понятно? Напуган, понятно. Я буду его проверять. Если я тебя второй раз встречу, как и всех остальных, вы об этом пожалеете. Открывается наверху портал на чистоте спрута. 1, 2, 3. И спрут уходит, забирает все, что принес, и уходит на свою чистоту. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Инкуб, готов уходить? Готов. Но если не готов, и хочешь еще раз прийти, встретишься со мной. С тобой не хочет встречаться. Отлично, взаимно. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте инкуба. Инкуб уходит на свою частоту, закрывая, печатая, растворяя. Ты не во вкусе. Хорошо, я очень этому рад. Готово. Хорошо, бес, готов уходить? Он обиделся. Смотри. За что он обиделся? За лярвы? Да. Хорошо. Где находится лярва в ее биополе? Не живота. Хорошо, бес, я разрешаю тебе выйти и забрать все лярвы. Приступай. Ничего не забывай. Он говорит сразу, вы так, а то пугаешь своими энергиями. А я, может, эту лярву и караулю. Хорошо. Готов.
Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте BS 1, 2, 3 и BS уходит на свою частоту. Закрывая, печатая, растворяясь в огненную пентаграмму. Он говорит, теперь уходить не жалко. Ну, понятно. Хорошо, не приходи больше. Есть. Хорошо, давай еще проведем проверочку одну. И я даю команду сканеру на контрольную проверку. Зеленый, красный цвет. Зеленый. Хорошо. Ли, я прошу тебя выйти со мной на связь. На связь. Она постоянно показывает. Да. На розу, которую ты подарила нарядом. Отлично. В горшке. Отлично. Надо эту розу полить. О, даже не думала об этом. И появляется кувшин с самой чистой кристальной водой, самой лучшей для роз. 1, 2, 3. И передаю их Ли. Лейка появилась. Леечку, да, полей, пожалуйста. Хорошо, что напомнил. Отлично. Хорошо. Ли, посмотри, пожалуйста, теперь по твоей специализации. У нас синий дракон установил трубу в человека. Молодая голова 52 года, 1028, вторая голова, 7 лет сидел, потом перешел границы и начал по всем чакрам наглым образом. У человека проблемы по женской линии возникли, и это его заслуга. Беспредельщик какой-то. Прекрасный экземпляр, как не надо делать. Абсолютно верно. Скажи, пожалуйста, вот такие особи, которые вот сидел 7 лет, какие дальнейшие возможные варианты, когда он попадает к вам? Что там будет с ним объяснено, или он будет какие-то процедуры проведена, если можно узнать? Кастрация. Отлично. Шучу. Танчу, мне нравится. Кстати, надо себе на прием. Есть много. Понял. Есть много наказаний. Но не таких наказаний, как это в вашем понимании. Я понял. Отбывание срока. Бесполезно проведенные годы. Здесь другие наказания. То есть он будет работать над своей осознанностью, я так полагаю, да? Да, пока не поймет границы доступного. Вот. Хорошо, отлично. Но слово «кастрация» мне очень понравилось. Надо будет себе его взять в обиход для работы. Это запрещенный прием и неправильный. Ли, ты же знаешь мои шутки, я же тоже знаю границы. Я шучу, конечно. Хорошо, благодарю тебя. Забирайте его, да? Трубу уничтожить, да? Чем он в таком виде? Возвращаем ему первозданный вид. Он лежит. Встань. Его забрали. Хорошо. Трубу уничтожить. Открывая под трубу портал в галактическое ядро 1, 2, 3. Труба уходит на переработку в чистую первичную энергию. Закрывая, печатая, растворяя. Готово. Хорошо. Пошли по частотам. Переходим на частоту бесплотной подселенцы. Щенок. Щенок. Отправляю его в клетку, тюрьму 1, 2, 3. Откуда ты взялся, Масяня? Он воет. А что такое с ним? Снимаются все маски и голограммы, пристают в первозданном виде. Но он скулит и воет, он маленький. Маленький. Ты хочешь уйти в свой портал, Манюня? Да, он мается, он устал. Открывается против часовой стрелки портал на частоте этой собачки. 1, 2, 3. И она туда бежит. Что там видно, Вера, в портале собачьем? Там светло. Он из фантома превращается. В собаку? Да. Класс. Поворачивается, дышит. Доволен? Доволен. Давай, пока. Успехов тебе в следующей жизни. Там другие собаки, он бежит к ним. Класс. Закрываю, опечатываю, растворяю. Все-таки есть собачий рай. Поехали дальше. У нее очень много темных пятен. Везде, где были интерференты, она показывает затемнение. Отлично. И я даю команду сканеру, он выдает ей для удаления негативных остаточных энергий в биополе любви. И работает в автоматическом режиме, собирает всю эту энергию до последнего микрона. Пошел процесс. Люба. Любви. Можешь называть меня Люба. Люба. Хорошо. Слово «любовь» тяжело склонять. Ты сказал «склонять к любви» тяжело? Нет, я сказал слово «любовь», именно название. Любовь, любви и так далее. А Люба, конечно, легче.
и нравится ваша комната. Отлично. Здесь мы работаем. Готово. Отлично. Пусть тонкая копия Любы вспомнит самый счастливый момент в жизни и даст нам числовое значение. 700. И поднимаем уровень эмоционального состояния тонкой копии Любы до значения 700 Гц. Пошел подъем. Готово. Синхронизируются энергии, вибрации. Гармонизируется, распределяется, усваивается наилучшим образом. 1, 2, 3. Отлично. Люба, мы закончили вашу чистку. Как вы себя чувствуете? Ее разбирает от энергии. Она говорит, что... Подожди секунду. Она говорит, что я жажду знаний, и у нас в комнате Константин. Он ее приветствовать будет. Отлично, приветствуем нашего куратора Константина. Приветствую всех. Любовь, добро пожаловать в Арго. Ты светоч. Это души ангелов, которым дана резервная энергия исправления. Есть определенные действия, которые были совершены в прошлом. Чтобы их исправить, в этой жизни нужно дарить и нести свет. Но нести и дарить свет нужно правильно, умея защищать его. Я лишь хотел поприветствовать тебя и сказать, что ты на своем месте. Благодарю вас, дорогой Константин. Я могу ей дать энергию Арго для защиты? Безусловно. Отлично. И на счет 3, открывая поток энергии Арго, 1, 2, 3. И Люба получает эту энергию, устанавливается вся эта энергия вокруг ее биополей. Благодарю вас. Крылья он ей идет. Звенящая хрустальная энергия вокруг. У нее как фантомом 8-м встала. Отлично. К нам только лучшие попадают. Готово. Люба, как вы себя чувствуете сейчас? Бесподобно. Ну, это, скорее всего, про самое правильное описание. Хорошо. Так счастлива, что попала сюда. Все. Значит, так было все предусмотрено. Если вы здесь, к нам случайные люди не попадают. Отлично, Люба. Буду возвращать сейчас вас назад в вашу систему биоробот-душа, чтобы все эти энергии перешли на физический план. Я благодарю куратора Константина. И возвращаем копию, тонкую копию любви в систему биоробот-душа. Заводим, подключаем ее к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Все энергии переходят на физический план, синхронизируются, гармонизируются. Готово. И отключайся от Любы и переноси свою комнату диагностики. 1, 2, 3. Пошел подъем. Я на месте.